Привет, канал Мосолимп. У нас в работе Kia Optima. Делаем двери. Вот они разобраны уже. Можете увидеть, что там нет ничего. Все голое. Вот здесь уже приступили к поклейке. Все обезжирено, все прокатывается валиками. Продолжаем работать с Optima. Вот уже закончили первый слой. Клеим второй. Вот уже готовая дверь. Вот эти две уже готовы к сборке. Разобрали полку заднюю на Kia Optima. Сейчас будем ее обклеивать виброматериалами. Вот так выглядит проклеенная полка Kia Optima. Закончили мы работу с Kia Optima. Полка и двери готовы. Вот оно все собрано. Как видите, никаких щелей не появляется, никаких скрипов новых не будет. Ну и также двери. Все ровненько, все красиво. Сборка такая же, как на заводе. Спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь. Пока-пока.